Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я в роли Деда Мороза. Посмотрите, какой у меня свитер яркий. Почему я его надела? Да, для того, чтобы поднять настроение. Знаете, у меня такая фишка, если так можно сказать. Плохое настроение, плохое самочувствие. Одевай что-то яркое, надевай на себя красную помаду, одела очки, потому что все-таки, извините за смс-ки от мужа, скорее всего, приходят. Потому что уже надоело сидеть дома, погода ужасная, но хочется глотнуть свежего воздуха, и поэтому разговариваю с вами на террасе. Будут у нас сегодня посиделки на террасе с подушкой или без подушки. Поэтому, кому интересно, то оставайтесь обязательно со мной. И давайте просто по-женски поболтаем. У меня была неделя влогов, я вам показывала, что такое жизнь мамы, настоящий быт, когда мы находимся с детьми дома. Очень многие пишут мне в личную почту, и вот сегодня утром я получила комментарий. Комментарий так звучал. Мне всегда смешно слышать, когда говорят, что работа на дому – это самая супер работа для мамочек в декрете. У кого-то маленькие дети, у кого маленькие дети. Типа и деньги заработаешь, за ребенком сама присматриваешь. Ага, просто очень удобно. Кто такое вообще придумал? Ты попробуй за ребенком ухаживать, все успеть и по дому, и работа нескончаемая. И я вообще не представляю, как можно так успевать. Я живу с мужем, взрослый сын живет в другом городе. Муж не требует моего внимания и времени для себя, родителей, о которых нужно заботиться. Нет, муж целыми днями на работе, я представлена сама себе, идеальные условия, и то я ничего толком не успеваю. В общем, в принципе, комментарий был в том, что Светлана, расскажите, как, поделитесь секретом, как работа дома, чтобы работа дома была эффективной, чтобы все успеть. Вы знаете, мои хорошие, сегодня я вам так скажу, вы думаете, что я все успеваю? Мне такое ощущение, что у меня времени все меньше и меньше, что я все меньше и меньше всего что-то успеваю. Просто вот время, оно через пальцы. Саша растет, сейчас Саша становится взрослым, у него, мне казалось всегда, вот быстрее бы он подрос, я вот так торопила время. Вот он бы все понимал, он бы занимался, он бы сам там себе в уголке, ничего подобного. Маленький, вставать ночью, кормить его из бутылочки, тяжело, не адаптировались. В коляске возить тяжело, кажется, вот подрастет. Потом начинает ходить, вот пойдет, уже будет легче не таскать его на руках. Нифига себе! Сгибаешься, несешься за ним, чтобы не упал. Вырастет, там другие проблемы. Сейчас он у меня просто ураган, ураганище. Я не могу ничего сделать спокойно, ничего. С школой у нас, вы сами видите, кто смотрит меня, адаптация тяжелая, поэтому в школу мы практически в кавычках и не ходим. 2 дня в школе, 2 недели на больничном. Поэтому мне приходится как-то делать все дома и самой. Ну, девчонки, понимаете, я такой человек, который не умеет просто вот сесть и сидеть. Я не умею отдыхать, и это минус. Минус. Я чувствую, что я устаю, и мне нужна подпитка. Мне хочется отдохнуть, но я не могу себя заставить отдохнуть. Я болею, но вот именно снимать видео для меня – это вот такой релакс. Это вот как бы окунуться в другую воду от быта. То есть что-то сделать такое для себя, для дома. Да, я там получаю какую-то небольшую сумму от YouTube. Я получаю какие-то вещи на обзор, как вот этот свитер или косметику. Это все как бы даже не для того, чтобы похвастаться для меня самой. Это как бы реализация меня. Для кого-то это пустяки, китайские шмотки – заваливаться и так далее. Сегодня не будем это обсуждать. Просто каждая женщина должна найти что-то для себя. Вот у меня видео. Потому что если нет, мы погружаемся в быт с такой головой, что у нас начинается депрессия. И все. Коту под хвост. Мы начинаем нервничать. Даже у меня это бывает. Я такой же человек, как и вы. Я пью витамины. Я пью иногда успокаивающие. Ну, такие там фитозу или магнезиум, это такие таблетки французские. Это все нормально. Иногда мы ругаемся с мужем, иногда у меня плохое настроение, но все-таки я вытаскиваю каждое утро себя из этого. Я говорю, что если нет, ты погрузишься полностью. Нужно сделать маску, пока Саша спит. Нужно что-то сделать для себя такое, вот накраситься. Сегодня, например, бабушки у нас с утра не было. Она, конечно, рядом, мне легче, я могу его отвезти, когда он туда хочет спуститься. Я пыталась сделать все вместе с ним.
Он, у нас еще такое, что он не остается наверху весь день. Ему хочется вниз. Приходится брать косметичку, тащиться с ним вниз, в кавычках, за грубое слово. Что-то там приготовить, что-то здесь приготовить. Но у меня такой план, что вот сегодня нужно там вытереть пыль. И сегодня я стараюсь организоваться так, чтобы не заваливаться. Это самое главное. Каждая вещь на своем месте. Мне не хватает времени практически на чтение, потому что вечером я падаю. На спорт еле-еле хватает этих 30 часа, минуты. И то иногда, я честно буду с вами, я не всегда их делаю, этот спорт. Потому что есть другие приоритеты. Иногда ты готовишь очень быстро что-то, блюдо для себя. Муж у меня питается на работе, собираю ему. Вечером мы иногда питаемся со свекровью. Я готовлю суп на всех и так далее. Чтобы, ну, у каждого свой образ жизни, не стоит никого осуждать. Но самое главное, пытайтесь сохранять порядок в доме. То есть взяли одну вещь, поставили ее на место. Тогда вам будет легче. Убирайте все, что сверху. Если можете закрывать ящики на замке от детей, закрывайте. У меня бесполезно, он его сорвет. У него такая активность, он не послушается, он сорвет этот замок, он будет целый день его дергать, он очень упрямый ребенок, и он все-таки добьется своего. Поэтому я постоянно перебираю, у меня минимум. И если он что-то берет, то мне очень легко все это расставить на свои места. Но все равно это очень тяжкий труд быть мамой. Понимаете, кому-то дается материнство очень легко, кому-то дается тяжело. Поэтому организация быта – это все в голове. Например, у меня вот пылесос, который он, я недовольна им, я снимала видео. Он быстро разряжается, но в то же время он очень удобный с детьми. Взял беспроводной, крошки быстро собрал, все. Мебель у меня белая, на ней пыли практически не видно. Сашу как-то мы с детства приучили, что на мебели нельзя рисовать или играть. Но пока слушается. На стенах у нас тоже не рисует он. В своей комнате он может делать все, что хочет, выворачивать, потом мы с ним убираем. Ну, дети, понимаете, маленькие дети, они не очень любят находиться в своих комнатах. Поэтому они часто в зале, в спальне, там, где есть родители. Он играет и с моей косметикой, он играет и со своими вещами. Просто я потом сразу это все убираю. Да, у меня не хватает времени, может быть, полежать, может быть, принять ванну, может быть, посмотреть какой-то фильм. Когда он спит в обед, если спит, я пытаюсь смонтировать видео. Для меня это релакс. Можно было лечь и отдохнуть с ним, и если у вас есть такая возможность, то отдыхайте. Ну, не накапливайте много всего, не накапливайте много стирки, не накапливайте много. Если вы дома, я говорю сегодня про мамочек, не про работающих женщин, не про делающих карьеру, у кого есть возможность кого-то нанять. Просите помощи у родственников, чтобы посидели час-два, чтобы вы могли куда-то сходить, что-то сделать, какие-то документы, заняться собой, в парикмахерскую. Понимаете, вот у меня маникюр, не могу я его уже сделать несколько недель. Для кого-то скажет, о, это все отговорки, возможно, да, можно было бы быстро накрасить ногти. Я просто их привожу в порядок и бесцветным лаком, а иногда и никаким лаком, потому что постоянно вожусь в воде. Но самое главное, это опрятный вид, понимаете? Пусть у вас не будет какого-то красного, красивого маникюра, но чтобы все было аккуратненько. Также и в доме. Пусть у вас не будет идеальной чистоты везде. Это невозможно. Пыль – это жизнь. Она как и была, так и есть. И у меня есть пыль, просто вы ее не видите. Я создала свой дом так, чтобы мне было удобно. На паркете не видно пыль, на мебели не видно пыль. Но я не умею отдыхать. Еще раз вам скажу, я в какой-то степени маньяк. И я хочу еще меньше вещей, наверное, чтобы у меня было все легче. Конечно, Саша подрастет, все изменится, мне захочется другого чего-то. Это вполне нормально. Но когда у вас много всего, завалы везде, вам кажется, что вы просто это вас на вас наваливается, поэтому вы утопаете в этом во всем, разгребаетесь, разбарахляетесь. Все, что возможно, не нужно вам, отдавайте. Нет сил, нет времени продавать, отдавать, просто выносите, может быть, кому-то из людей, которые нуждаются, это будет в помощь.
И самое главное, распределите свой день. Мне это помогает. Я знаю, что вот утром я встаю, я готовлю кушать то другое, потом вот сейчас не поставила на плиту еду. Сейчас пойду. Ну вот, забыла совсем, с вами заболталась и забыла совсем, что нужно кушать, готовить. И, в общем, сделайте себе план. В этот план обязательно в течение дня включите хотя бы час, который вы можете посвятить себе. Если ребенок, например, спит, если ребенок, кто-то может его с ним посидеть, сестра, муж, свекровь, не знаю кто, если вы водите его в садик, в крэш, то есть просто посвятите час, 15 минут, 30 минут себе, подумайте, сядьте, что не нужно все делать сразу. Сегодня я буду пропылесошу, завтра я поглажу белье. Если не гладите белье, просто складывайте его. Есть такие мамочки и в России, и здесь, которые просто складывают. Есть возможность просто складывать стопочкой, чтобы у вас было все аккуратненько и хорошо. Знаете, что у вас в холодильнике, что вы приготовите на завтра. Я говорю сегодня о себе. Я не подвожу и не хочу никого учить. Это просто мой образ жизни такой. Для кого-то он скучный. Кто-то, кому-то кажется, что это бытовуха, что я не двигаюсь, что я не развиваюсь, не хожу никуда. Вы знаете, в свое время я столько находилась, я столько нагулялась, я столько навстречалась, и искала работу, и делала свой бизнес, и гравировала, и чего только не делала. Сейчас такой период, который я посвящаю своему ребенку и своей семье. Я знаю, что у нас в жизни будут изменения, что мы не останемся все время здесь. И мне нужен вот этот период, чтобы Саша, он как бы подрос, чтобы он адаптировался к школе, чтобы я сделала свои дела, которые я делаю, которые я вам не показываю. Я не могу все показывать вам. Вы мои друзья, виртуальные друзья, но я вам показываю 12, 15, 20 минут из моей жизни. Что я делаю дальше, это... Но пока я не могу с вами поделиться, но я, если буду вести канал, обязательно вы все узнаете. И, в общем, как-то вот так, я даже не знаю, что вам сказать, как, чтобы это было эффективно. То, что эффективно для меня, не может быть полностью эффективно для вас, понимаете, мои хорошие? То, что хорошо для меня, не есть хорошо для вас. Просто сделайте свою жизнь так, чтобы было вам удобно. Если вам удобно жить в бардаке, понимаете, если вы решили, что вы будете находиться в кровати, читать журнал и смотреть фильм, сериал, который длится целый день, то, естественно, то, что вы не сделали сегодня, никто за вас это не сделает, и все это накапливается, как снежный ком. Просто не нужно лениться, но нужно любить себя, нужно любить свою семью, и то, что вы делаете, делать с любовью. Только так, понимаете? У меня есть такая возможность сегодня это делать, и я стараюсь это делать. Не все идеально. Иногда мне хочется все бросить, побежать на работу и сказать, да блин, на работе ты сидишь и печатаешь, что-то делаешь, и там легче. Нет, легче нигде никогда не бывает, везде свои трудности, хорошо там, где нас нет. Жизнь не идеальна, нет идеальных мамочек, нет идеальных детей, нет идеальных пар. Нет, ну гармония должна быть, и свой жизнь, свою оболочку, свою схему должны построить только вы. А я здесь, чтобы мотивировать вас, вы здесь, чтобы мотивировать меня. Так что, мои красавицы, давайте не падать духом, давайте любить себя, любить свой дом, свою семью. А я вас всех целую и обнимаю, и пошла готовить обед. А потом все по новой. Постараюсь уложить Сашу. Если уложится, то сделаю одну. А если не уложится в кровать, то буду делать с ним что-то другое. В общем, всех люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, кнопка внизу. Нажимайте на колокольчик. И чтобы получать извещения о моих видео. И до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция.